Сегодня мы планируем выполнять нашему пациенту процедуру лазерную геморроидопластику по поводу геморроя третьей стадии. Для проведения данного оперативного вмешательства и госпитализации в наш стационар пациент собирает минимум общеклинических исследований, которые заключаются в сборе анализов крови и мочи. Пациенту выполняется электрокардиография и делается рентгенография грудной клетки. Пациента смотрит доктор-терапевт и анестезиолог. При нормальных показателях предоперационных обследований пациент госпитализируется в наш стационар, и мы проводим оперативное вмешательство. Пациент находится у нас в течение суток. На следующий день после оперативного вмешательства мы делаем перевязку. Если состояние пациента удовлетворительное, мы его выписываем для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Пациенту субмукозную лазерную геморроидопластику. Операция прошла успешно. Пациент проведет у нас вечер. Утром мы ему сделаем перевязку и при нормальном состоянии выпишем на лечение в амбулаторных условиях. В послеоперационном периоде пациенты отмечают минимальное количество болевых ощущений по сравнению с обычной, с открытой геморроидопластикой, и достаточно быстро возвращаются к своей повседневной жизни и минимальное количество времени проводят на больничном месте.